Наша постоянная рубрика. Разобьется или выживет. Да убери ты собачку. Мы будем кидать яйцо. Дичок занимает место стрелка. Кэрри, иди на место. Кэрри, фу, иди на место. Отсюда вывод. Яйца разбиваются при падении с четвертого этажа. Вот мы и оказались в дикой природе. Вы можете нам не поверить, но на самом деле под нами метры и метры воздуха, а под ними земля. Очень высоко. Поэтому нам все немножко стрёмно. Зато мы разрушили легенду, узнав, что у нашей камеры нет микрофона у входа. И поэтому, скорее всего, вы будете слышать все шумы МКАДы, если мы не будем их перекрикивать! А! Не, все же встану, похуй, что меня не видно. Нет? Ну, я же встану, я тут выкину. Так, вверх, ног. Где эта сука? Легенда разрушена! Значит так, что мы можем сказать? Газета, плавающая на поверхности воды, по своим характеристикам, это точно не бетон. Можете прыгать в газету спокойно. Может, она даже лечит по неке. Хотя я в этом сомневаюсь. Пойдем, пойдем. Фокус от дяди Вити. Никогда не пробовал, но... Больно! На пивной бутылке уже протекать. Ты еще камнем попробуй. Блять, у меня руки замерзли. Больно, твою же мать. Поставь на сцену. Все. Все, хватит. А, больно. У нас не получилось разбить эту бутылку. Но мы не успокоимся, пока не разобьем эту бутылку по-настоящему. Чтобы узнать, при каких случаях бутылка разбивается. Стоп, стоп, последний раз, фокус. Нет, у тебя ничего не выйдет. Все. Вон, видишь, бутылки, вообще выйдет. Нет, нет, нет. Прямая декомпрессия. Нет. Бутылки, кстати, тут найти проблемы не составляет. Количество пивных водочных бутылок зашкаливает за все разумные пределы. Кого тут больше, чем травы или деревьев. А вот с бумагой реальные проблемы. В том случае вполне могло случиться, что газетная бумага закрывала собой какой-нибудь твердый предмет. Бетонную плиту там, или остов машины. Попробуем закрывать это. Разбился бумагу, ё-моё! Профессор Виктор Мотоходов проверяет, тонут ли фрукты или нет. Сегодня будет кидать яйцо. Оно утонуло. Оно разбилось. Оно разбилось. И утонуло. Хорошая. Да, это для неудачных кадров. Это было смешно. Для американцев. Да и для нас тоже.